Сейчас для вас в последний раз споет 11-й Д-класс. Он сцены вовсе не боится, а любит петь и веселиться. Пусть в этом зале, в этот час, огни горят светлей. Мы все пришли поздравить вас, своих учителей. Строгим и ласковым, мудрым и чутким, тем, у кого седина на висках, тем, кто недавно из стен институтских, тем, кто, поведав нам тайны открытий, учит в труде добиваться побед, всем, кому гордое имя учитель, мы посвящаем концерт. Лицейская пара, мы избегаем срока, работаем пропадом и на парам. Через вас ушел замчат голос, значит, на удобу прощаться парам. Через вас ушел замчат голос, значит, на удобу прощаться парам. Дружно всем залом мы можем поддержать наших артистов и подпевать словам этой прекрасной песни. Сельская пара, мы избегаем срока, пропадаем пропадом и во дворах. Через алмаз ушел замчий голос, значит, на урок возвращаться пора. Сельская пара, мы избегаем срока, пропадаем пропадом и во дворах. Через алмаз ушел замчий голос, значит, на урок возвращаться пора. Свои песни 11-й класс поздравляет администрацию лицея, директора уважаемого Халима Чудовича и завуча Лутфию Абдурахмановна. И мы должны отметить следующего преподавателя, следующую прекрасную женщину, которая внесла огромный вклад в образование наших студентов. Алия Махсудовна, вам посвящается следующий музыкальный сюрприз. Иногда растаем мы, иногда
вам одной. Все изменяется, не получается, только без вас ничего не решается. Все учебники забросим, загрустим мы. Все заведения ждут поступления, нам же придется уйти. К сожалению, вам, идя судьбе навстречу, благодарны мы. Иногда роптали мы, иногда бежали мы, иногда не делали то, что нам задавали домой, но всегда любили вас, и всегда ценили вас, то, что вы учили нас. Спасибо вам одной. Поздравим нашу самую любимую и дорогую учительницу Гульчхру Таировну. Всех в этой строке вспоминает чаще мы. Стали одиноки ваши книжные томы. Пропадаем мы, уж не читали мы с горем дружным, но взросли и стали, и, увы, обречены. Пропадаем мы, грустим и пропадаем мы. Вновь и вновь все уроки вспоминая, пропадаем мы, тех стихов, что прошли, снова строки вспоминая, пропадаем мы, и на вас поглядеть мы грустили, понимаем, пропадаем мы, навсегда, навсегда нам друзья и стали книжные дамы. Суффиксы, приставки и диктанты не забыть. Гульчхру Таировну, скажите, как нам быть? Пропадаем мы. Помним сочинение, будто бы сейчас. А теперь все это позади у нас. Пропадаем мы. В печали пропадаем мы. Всегда вновь и вновь все уроки вспоминая, пропадаем мы, тех стихов, что прошли, снова строки вспоминая, пропадаем мы, и на вас поглядев мы грустили, понимаем, пропадаем мы, навсегда, навсегда нам друзья стали лишние дамы. А теперь, дорогие друзья, уважаемые преподаватели и студенты, для вас маленький музыкальный антракт. И это будет Али со своим зажигательным танцем. Хочу сказать вам, что Али один из танцоров известной самаркандской танцевальной шоу-группы «Ситора». Итак, встречайте его танец. Living some legal men and women
Музыкальный подарок. Я думаю, вы сами догадаетесь, кому он предназначается, когда я скажу, что после этого музыкального подарка наша уважаемая Любовь Тишаевна, которая перед этим несколько раньше сказала, что она слышала, как на английском говорят во время перемены, услышит, что на английском даже поют на сцене. Вы догадаетесь, что мы дарим этот подарок нашей дорогой Хусне Ганиевне? Пусть мои оценки все.
Внимание, внимание, 11-й Д выпускной класс выражает особую благодарность своей классной руководительнице Светлане Александровне. По сводкам информбюро, они ее очень любят, ценят, уважают. Информбюро не находит больше слов, чтобы описать все чувства, с которыми 11-й Д-класс относится к своей дорогой классной руководительнице и дарит ей следующий музыкальный подарок. Небослушный класс, Света, Света.
и всего самого наилучшего, всего самого доброго, что только можно пожелать вам. Вам на долгую жизнь. И спасибо огромное за то, что вы вложили столько труда, силы и нервов в этот беспокойный, шумный и непослушный класс. Много слов, много песен было сказано и спето сейчас. И для всех присутствующих здесь преподавателей, администрации и студентов звучит эта песня, которую дарит вам на прощание 11-й Д. Выпускной 11-й Д класс. Прошу вас. Вместе пройдемся и заглянем в тихий класс. Там, где любили и учили жизни нас. Как мы грустили здесь, как мы дружили здесь, как привыкали мы к вам, учителя. Как мы грустили здесь, как мы дружили здесь, как привыкали мы к вам, учителя. Летние каникулы быстро месяцы пройдут, ветры осенние куда-то позовут. Словно встречаемся в этом лицее, где любят нас и ждут. Мы возвращаемся, снова встречаемся в этом лицее, где любят нас и ждут. Пусть наши годы словно птицы пролетят. Ждет лицы родных своих ребят. Там за запретными лабораториями учителя за тетрадями не спят. Там за контрольными лабораториями. Пусть мы расстанемся,
сердце останется, сердце останется наш лицей родной. Наш дорогой, наш милый лицей, ты навсегда останешься в наших сердцах, навечно. Какие бы препятствия ни воздвигала перед нами жизнь, и что бы ни пришлось испытать на нашем жизненном пути, мы всегда будем помнить теплоту и доброту ласковых взглядов и слов наших учителей. Поэтому мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания, дорогие учителя. До новых встреч! Потому что перед вами предстоит еще один этап. Первый этап вы прошли. Это будет второй этап, этап жизни. Это экзамен. Экзамен, который вы сдадите и окончите потом лицей. Получите аттестат зрелости. И вы знаете, когда мы встречаем по дороге вот наших выпускников, мы говорим, ну как, ребят, как студенты? Они говорят, отлично. Чтобы у вас тоже было так. Отлично. Слово предоставляется. Самая активная родительница. Родительница 11 Д-класса Ирине Давронне. Она тоже хочет поздравить. У нее тоже накопилось в душе. Дорогие учителя, я немножко волнуюсь, так же, как и наши дети. Много говорить не буду. Хочу только принести слова благодарности всем нашим учителям. Я знаю, какая это работа, какой это адский труд. И не каждый может быть преподавателем с талантом, который может донести свои знания до учителей, до детей наших. Я хочу сказать, что в этом лицее все наши преподаватели обладают таким талантом. Я очень благодарна, я очень рада, что мой ребенок заканчивает этот лицей, а не какой-либо другой. Благодарны вам за все знания, полученные нашими детьми. Спасибо вам большое. И низкий поклон. Ну а теперь, выпускники, приглашаем вас на сцену. 11 А на нижнюю сцену, ребята, 11 Б и 11 Д. Пожалуйста, ребята. Ты хочешь что-нибудь?